Торжественная церемония открытия традиционной выставки-ярмарки «Содействие здоровому образу жизни» прошла сегодня в городе над Бугом. С каждым годом все больше берестейцев принимают участие в мероприятиях, посвященных правилам и методам укрепления здоровья. Поэтому и сегодня, уже к началу работы ярмарки, сотни горожан приехали в Ледовый дворец. И экспозиция не обманула ожиданий посетителей. В этом году спектр представленных товаров и услуг гораздо шире, чем в предыдущие, а их качество сохранило традиционно высокий уровень. Если внимательно посмотреть содержание выставки, во-первых, видно, что она гораздо более разнообразна, чем во все предыдущие годы. Добавилось значительное количество участников, которые привезли свои, экспонаты. Это говорит о том, что интерес именно к оздоровлению, к укреплению здоровья у людей значительно возрос. Болезнь легче предупредить, чем потом лечить. Этот постулат известен уже давно, но далеко не все и не всегда прислушиваются к мудрости веков. Но проведение подобных мероприятий, помимо несомненной практической пользы, презентации товаров, продуктов питания и лекарственных средств, а также консультации высококвалифицированных врачей-специалистов, несет и очень важную психологическую составляющую. Заниматься своим здоровьем необходимо постоянно, активно и целенаправленно. Богатство под названием «хорошее самочувствие» должно поддерживаться регулярно, и подобные выставки отличны в этом помощник и друг. Сегодня работают 4 пункта по определению показателей здоровья. То есть уровень холестерина, артериального давления определяет индекс массы тела. И по этим факторам уже идет соответствующее распределение людей, которые нуждаются, может быть, уже в специализированной какой-то консультации. Работают здесь 2 площадки и для взрослого, и для детского населения. Много специалистов, не только от учреждений здравоохранения. Здесь находятся и консультируют, предоставляют информацию. Это организации МЧС, это ГАИ, областное ГАИ, это от УВД специалисты по вопросам наркоконтроля и так далее. То есть сегодня достаточно много есть возможностей для того, чтобы получить по всем жизненно важным вопросам информацию, консультацию и пройти определенную диагностику здоровья. Вести здоровый образ жизни сегодня модно. Людей, которые тщательно следят за состоянием здоровья, активно занимаются спортом, укрепляют свой иммунитет и полностью отказались от вредных привычек, становится все больше. И такая положительная тенденция не может не радовать. Выставка-ярмарка в этом году сохранила лучшие традиции качественного информатора о правильном и продуктивном укреплении собственных жизненных сил. Гости выставки признаются, что даже атмосфера мероприятия помогает настроиться на новый здоровый стиль, и практически каждый посетитель уже четко для себя вывел формулу здорового образа жизни. Я еще только пришла, но кое-что мы уже купили, кое-что собираемся купить. Вот тут мне нравится вот для варикозного расширения. Вообще идея замечательная, я считаю, потому что без здоровья мы ничто, надо хоть как-то помогать себе. Выставка очень хорошая, мы тут уже застряли на 1,5 часа, хотя решили зайти по-быстрому. Не знаю, как бы надо на работу, а еще столько всего интересного. Выставка-ярмарка «Содействие здоровому образу жизни» будет работать в городе над Бугом по 28 сентября включительно, а потому у берестейцев еще есть возможность получить ответы на интересующие здоровые вопросы, необходимые рекомендации, а при наличии показаний и направления для более детального обследования.